Губернатор Приморья Олег Кожемяка завершил свой рабочий визит в Республику Беларусь. Накануне глава региона побывал в Гомелевской области, где подписал протокол о намерениях сотрудничества с председателем областного исполнительного комитета Иваном Крупко. Документ предполагает взаимодействие сторон по нескольким направлениям – расширение и углубление связи в сфере экономики, торговли, науки, технологий, культуры, туризма, спорта и здравоохранения, обмен информацией о наиболее значимых международных культурных событиях, о потребности сельскохозяйственных и промышленных предприятий и населения в основных видах промышленной продукции и другим. У нас уже налажено взаимодействие, это непосредственно с Рогачевским молочным комбинатом и поставки сгущенного молока, известное, наверное, всей Российской Федерации, то есть пользуется большим спросом, большим популярностью, мы поэтому сейчас рассматриваем вопросы, связанные с прямыми договорами. Это Туровский молочный комбинат перерабатывающий, где тоже продукция представлена. Ну и безусловно, наверное, лидер будет в поставках и по объему, и по денежным средствам. Это Гомсельмаш, комбайны Полесья, которые хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы на Дальнем Востоке. И сейчас это очень перспективное направление с некоторой модернизацией для климатических условий Приморского края. Кроме того, в городе Гомель Олег Кожемяка принял участие в возложении венков к мемориалу «Вечный огонь». Здесь свято чтут память героев, павших за освобождение родной земли от нацистов. Гомель около 3 лет находился под оккупацией в годы Великой Отечественной войны.